Друзья, перед началом просмотра видео я попрошу вас подписаться на наш новый YouTube канал. Ссылка находится в описании под этим роликом. Сегодня с самого утра всю Россию сбила с ног трагическая новость. На одном из российских сайтов было сообщено, что сегодня ночью в одной из больниц города ушел из жизни российский актер Виктор Сухоруков. Мы были в шоке от этого. Нам писали многие фанаты и поклонники Виктора Сухорукова. Все спрашивали, что же с ним случилось. Некоторые даже спрашивали, чтобы мы подтвердили эту информацию. Наши корреспонденты решили узнать, не является ли данная новость фейковой. Они обзвонили друзей и знакомых, и даже родственников Виктора Сухорукова. Но никто нам не смог подтвердить о том, что он скончался. И только в конце нам уже удалось выйти на самого Виктора Сухорукова. Оказалось, эта новость является очередным фейком. Виктор Сухоруков сказал, что он не обращает на это внимания. Его хоронят по несколько раз в год. Мы с облегчением вздохнули и сообщили об этом уже всем нашим подписчикам. Давайте, друзья, поддержим Виктора Сухорукова. Пусть у него все будет хорошо. А вы не забудьте подписаться на наш YouTube канал. Ведь каждое утро только на нашем канале выходят самые красивые и честные новости шоу-бизнеса. Будьте всегда с нами, друзья. Следите за нами. А мы приглашаем вас каждый день посещать наш YouTube канал. До скорой встречи на нашем канале.